В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Ольга Русул. Здравствуйте. Обеспечение мер общественного порядка и общественной безопасности в местах массового пребывания людей во время крупных городских мероприятий – одна из важнейших задач сотрудников полиции. О том, кто и как будет следить за безопасностью нарьян-марцев в эти выходные, поговорим с начальником отделения Организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами государственной власти УМВД России по Ненецкому округу Антоном Чембулатовым и командиром взвода ДПС ГИБДД УМВД России по Ненецкому округу Алексеем Малеевым. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, кто должен обеспечивать безопасность и какими силами это делается? Обеспечение безопасности, общественной безопасности, это относится к компетенции нашего управления МВД России по Ненецкому автономному округу. Общественная безопасность также организуется при взаимодействии с управлением Росгвардии по Ненецкому автономному округу и при участии представителей добровольных народных дружин и работников частных охранных организаций. То есть мы в совокупности данными вот органами непосредственно на местах проведения массовых мероприятий организуем комплекс мер по обеспечению общественной безопасности. Каждое массовое мероприятие обеспечивается сотрудниками полиции, которые следят за безопасностью, правильно? Да. А массовое мероприятие считается это какое-то общегородское или это даже какой-то небольшой праздник, там в ТОСе это тоже будет массовое мероприятие, которое полиция за безопасностью следит? Имеется федеральное законодательство, где четко разъясняется понятие массового мероприятия, то есть какие критерии относятся к данному понятию. Соответственно, вот исходя из данных критериев и подаются заявки для обеспечения охраны общественного порядка, где мы организуем комплекс мероприятий по охране. А какие меры обеспечиваются для осуществления вот этой безопасности на мероприятиях? Что должны делать сотрудники полиции и в какой мере? В первую очередь сотрудники полиции, конечно же, осуществляют досмотры граждан, которые проходят непосредственно на места проведения данных массовых мероприятий с целью выявления фактов, возможных фактов проноса запрещенных различных предметов, огнестрельного оружия, алкоголя, любых напитков в стеклянной таре, в избежание различных фактов, которые могли бы каким-то образом испортить, так сказать, проведение праздника и настроение наших горожан. Вот. В принципе, в своей деятельности сотрудники используют средства, которые, специальные средства, которые состоят на вооружении у нас в управлении МВД, что позволяет, в принципе, в полной мере обеспечить безопасность наших горожан и гостей нашего города. А сотрудники ГИБДД каким образом следят за безопасностью вот во время этих массовых мероприятий? В первую очередь мы осуществляем безопасность дорожного движения на территории Ненецкого автономного округа. Значит, это проверка водителей на потенциальных водителей, которые нарушают правила дорожного движения, недопущение водителей, которые у нас в пьяной езде замечены. То есть, вот, ну и по грубым административным правонарушениям. А сегодня рейд, не знаю, как правильно называется, это связано с тем, что вот грядут праздники в округе? Это как-то взаимосвязано с соревнованиями, с концертом? Ну, сегодняшний рейд – это профилактическое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествиях, снижение травматизма на дорогах. Но это не связано, это у нас как бы запланированное мероприятие именно по обеспечению безопасности дорожного движения вот на период сейчас именно зимнего периода на дорогах города Нарьян-Мара, поселка Искатели. Что не должны делать жители округа, ну, вообще участники массового мероприятия, чтобы безопасно это было мероприятие, что нужно знать, что нужно помнить, чтобы... Наши жители нашего города в первую очередь должны понимать, что нельзя появляться в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, чтобы не испортить праздник себе и другим участникам и зрителям какого-либо праздничного мероприятия, а также приносить с собой, как я уже пояснял, оружие огнестрельное, иные запрещенные к обороту средства,
алкогольные напитки, любые напитки в стеклянной таре, которые могли бы быть использованы для нарушения правил общественной безопасности. Бывают такие случаи, что граждане нарушают? Вообще случается такое в округе? У нас граждане в своем большинстве относятся с пониманием при проведении массовых мероприятий и приходят на праздники, которые устраиваются на территории нашего города, в трезвом виде. Поэтому таких случаев немного, но все-таки бывает. Вот. В связи с чем хотелось бы гражданам напомнить, что нельзя появляться в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, а также совершать какие-либо противоправные действия, так как они могут быть привлечены к административной ответственности за нарушение нашего законодательства, то есть за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, а также совершение мелкого хулиганства. Расскажите, пожалуйста, какие, вот сейчас приближаются несколько мероприятий сразу, да, какие будут меры на этих мероприятиях безопасности приниматься и что это за мероприятия? Завтра, 18 марта, у нас на территории города в Дворце культуры «Арктика» состоится концерт, посвященный 8-й годовщине воссоединения России с Республикой Крым и города федерального значения Севастополя. Управлением МВД по округу во взаимодействии с управлением Росгвардии будут организованы меры по охране общественного порядка. Вот в рамках проведения культурных мероприятий будет проведен концерт в здании культурного центра. Также 19 марта у нас пройдут соревнования, посвященные Бурандею. Это одно из наиболее таких крупнейших соревнований, проводимых на территории нашего округа, где мы также будем осуществлять охрану общественного порядка. Расскажите вот поподробнее, в каком количестве, каким образом будет нестись служба, чтобы безопасность была, это будет на улицах, внутри помещения, и вот на Бурандее непосредственно, куда нельзя будет проходить, где, вообще, каким образом это все будет обеспечиваться? В целях обеспечения общественной безопасности завтра при проведении концерта у нас предусмотрено ограждение периметра Дворца культуры «Арктики», и будут осуществляться досмотровые мероприятия всех посетителей, кто пожелает прийти на концерт. Также непосредственно уже в здании Дворца культуры будут проводиться осмотры помещения с целью выявления каких-то предметов и вещей, которые могут быть оставленными гражданами в целях антитеррористической защищенности. 19 марта также сотрудники будут организовывать охрану общественного порядка. Будут организованы у нас контрольно-пропускные пункты, где будут организовываться досмотровые мероприятия как граждан, так и транспортных средств. Вот. По данному вопросу хотелось бы предупредить граждан, что мероприятие, посвященное Бурандее, у нас будет проводиться на территории, не на территории, а в районе территории войсковой части 12403. Ранее у нас данное спортивное мероприятие на этой территории не проводилось, в связи с чем хотелось бы гражданам предупредить, чтобы они заранее смотрели маршрут движения к данному месту проведения праздника. Ну и, соответственно, желательно, чтобы пользовались общественным транспортом. Отмечу, что организатором данного спортивного мероприятия организован маршрут. По нему будет передвигаться автобус с площади Ленина до непосредственно места проведения спортивного мероприятия. На месте проведения праздника будут проводиться досмотр транспортных средств на предмет выявления возможных фактов проноса огнестрельного оружия, алкогольных напитков. Также будет проводиться досмотр граждан, ну и приносимых с собой вещей с целью выявления тех же предметов. Все данные мероприятия проводятся исключительно с целью обеспечения общественной безопасности, чтобы граждане чувствовали себя спокойно на данных праздниках. Расскажите, пожалуйста, каким образом вот будут досмотры проходить, чтобы люди были готовы к этому, что не брали с собой сразу же ничего запрещенного? Каким образом будет доступ к мероприятию?
Для проведения данного мероприятия мы повзаимодействовать с управлением Росгвардии по нашему округу. Сюда приедет специально обученная служебная собака, которая может выявлять вот, различные взрывчатые вещества. То есть обследование территории, транспортных средств будет осуществляться с ее использованием. Также сотрудники непосредственно управления МВД будут производить досмотр граждан, вещей с использованием состоящих на вооружении специальных средств с целью выявления оружия, алкоголя и различных там вещей, предметов, которые нельзя поносить на массовые мероприятия. Огорожен будет также, да, вы сказали, периметр, где будут гонщики, там тоже будут стоять сотрудники полиции? По договоренности с организатором данные мероприятия выполняются его силами. То есть организатор установит ограждение по периметру трассы. Также будет организовано ограждение коридора движения общегородского транспорта. То есть автобус будет двигаться непосредственно по выделенному коридору для удобства граждан. На территории места проведения праздника будет организованы пешие патрули. По периметру трассы, которая будет огорожена, также будут осуществлять охрану сотрудники полиции, снегоходные патрули. То есть мы в рамках выполнения наших задач предусмотрели очень широкий комплекс мер для обеспечения безопасности данного мероприятия. А расскажите, пожалуйста, вот по линии ГИБДД, какие будут меры безопасности на этих двух мероприятиях, что запланировано и что нужно следует знать водителям, которые на своем личном транспорте будут передвигаться? Хотелось бы обратиться именно к жителям города Нарьян-Мар. В период проведения данных мероприятий не нарушать правила дорожного движения, что касается это нарушения правил остановки, стоянки транспортных средств, чтобы хотя бы не бросали свои транспортные средства, ну, как говорится, где попало, в положенном месте оставляли, потому что на мероприятиях, посвященных именно Бурандею, там будет организована определенная стоянка. Хотелось бы тоже обратиться, чтобы ставили транспортные средства, ну, нормально, культурно, не нарушая правила дорожного движения, опять же, не абы как, а согласно по периметру. Вот, транспортные средства, чтобы не бросали на проезжей части, чтобы не создавали помех для движения других транспортных средств. Вот. Ну, у нас задействованы будут патрули транспортные, также снегоходы и автопатрули. Сотрудники, конечно, будут обращать на это внимание, пресекать административные правонарушения, ну, объяснять, указывать гражданам, чтобы не нарушали правила дорожного движения. Вот с точки зрения сотрудников ГИБДД, насколько удобна стоянка, которая организована на Бурандее, насколько она удобна и комфортна для зрителей? Стоянка будет подготовлена, ну, для транспортных средств тут, конечно, будет удобно. Это все зависит, опять же, от участников дорожного движения. Соблюдение правил дорожного движения, это от них зависит. Соблюдение. Мы, конечно, будем, в свою очередь, указывать, подсказывать гражданам определенное регулирование осуществлять дорожного движения, чтобы не создавалось ни заторовых ситуаций, потому что понятно, что дорога, она будет там одна, в одном направлении, как бы там разъездных путей нету. Будем стараться подсказывать людям, участникам, чтобы ну, не заторовать ситуации и повторяться не буду. А что касается вот, водителей снегоходов, которые будут приезжать на гонки, вы тоже будете, ну, которые не в качестве участников, а в качестве зрителей, там же на снегоходах тоже подъезжают регулярно, вы тоже будете следить за этим, чтобы не были пьяные, чтобы они правильно как-то парковались, вообще как-то предусматривается для этих снегоходов парковка где-то? Для снегоходов как бы это не транспортное средство общего пользования, по дорогам общего пользования. То есть снегоход он является транспортным средством, которое у нас относится к техническому, то есть определяется как транспортное средство внедорожного, внедорожное средство. Как бы у них требования это все равно есть. Опять же, удостоверение тракториста-машиниста соответствующей категории, чтобы было. Ну и, соответственно, водитель должен быть в трезвом виде. Документы должны быть соответствующие. Будет проверяться, будете следить, да, конечно, за тем, чтобы все, были трезвые? То же самое, да. Здесь однозначно будет, с нашей стороны контроль будет именно в первую очередь к этим участникам.
хочу добавить к словам своего коллеги по организации парковки на месте проведения спортивного мероприятия в Бурундей. Организатор предусмотрел отдельное место для парковки снегоходной техники. Также на месте парковки будут установлены временные знаки для удобства водителей, в связи с чем призываю водителей следовать их соблюдению для, ну, во избежание каких-либо дорожно-транспортных происшествий, пусть и мелких, чтобы этот день никак не был уморчен, ну, каким-то происшествием негативным. А до какого часа будет дежурство? Оно закончится, вот такое усиленное, оно закончится с окончанием мероприятия, вот после награждения, или весь вечер после Бурандея все-таки будет какое-то усиленное наблюдение за городскими улицами в целом? Непосредственно охрана общественного порядка на месте проведения спортивного мероприятия будет организована с 8 утра до 15 часов. То есть по регламенту, утвержденным организатором, в 15 часов будет произведено награждение. После этого, соответственно, наши силы и средства будут уже сворачиваться и мероприятие, ну, в связи с окончанием мероприятия. По действию нарядов, задействованных в системе единой дислокации, конечно же, они будут дополнительно проинструктированы в связи с проведением данного мероприятия с целью выявления возможных фактов совершения административных правонарушений. То есть, и в связи с чем граждан также мы хотим предупредить, чтобы они были бдительны, смотрели за гражданами, которые передвигаются на транспортных средствах, на снегоходной технике по городу, и сообщали в адрес нашего управления о разных совершаемых административных правонарушениях с целью их своевременного пресечения и установления водителей, которые нарушают правила дорожного движения, а также граждан, которые нарушают общественный порядок. А что может привлечь внимание, на что нужно обращать внимание, вот если действительно столкнулся с чем-то, и куда звонить конкретно, по каким телефонам? Я думаю, каждый гражданин может выявить человека в состоянии алкогольного опьянения и сообщить об этом в дежурную часть по телефону 02, либо с мобильного на телефон 102. Также есть городской телефон 421-26. По всем сообщениям граждан у нас осуществляется незамедлительный выезд сотрудников с целью задержания лиц, нарушивших общественный порядок. А что касается вот торговли, которая будет там организована, там будут палатки, каким образом там будет осуществляться это уже надзор за безопасностью, какие меры будут приниматься? В рамках проведения спортивного мероприятия организаторам предусмотрено проведение торговли на месте проведения мероприятия. Также будет организована развлекательная программа. Вот. Граждане смогут приобрести какие-то товары народного производства нашего, наших производителей. Как показывает практика, вот такие крупные массовые мероприятия в Ненецком округе, они проходят спокойно, жители наши сознательные, или бывают инциденты какие-то? В принципе, наши жители сознательные, они очень ответственно подходят к участию в проведении данных мероприятий. Есть, конечно, граждане, которые слишком увлекаются празднованием, но, в принципе, с ними проводятся профилактические беседы. Если же все-таки граждане себя не очень адекватно ведут, то, соответственно, они привлекаются к административной ответственности за нарушение административного законодательства. А вот что касается подростков, потому что у нас, ну, больше всего получается, наверное, нарушители еще не только хулиганы взрослые, но и подростки, которые там за вандализмом замечены бывают. Вот что касается подростков, тоже будет какая-то во время этих мероприятий, вечером особенно, будет какая-то отдельная? На месте вот проведения мероприятия у нас будут организованы пешие патрули, которые, конечно же, будут проинструктированы на предмет наблюдения за подростками, чтобы они не совершали какие-либо противоправные действия, а также не нарушали огороженные границы, потому что молодым людям, особенности там, ну, небольшого возраста, им все интересно, им хочется поближе рассмотреть, как проходят гонки и снегоходы участников, в связи с чем прошу родителей, которые будут прибывать на место проведения мероприятия, все-таки следить за своими детьми, чтобы не произошло никаких несчастных случаев. Вот, в свою очередь, сотрудники управления будут организовывать мероприятия по
охране территории трассы с целью недопущения на ее территорию каких-либо посторонних лиц, в том числе и несовершеннолетних детей. А что касается профилактики, вот профилактические мероприятия какие-то ведутся с различными категориями граждан, чтобы вообще пресекать, чтобы объяснять, что не нужно это делать до этих мероприятий? Со школьниками какая-то работа ведется, может быть? У нас на регулярной основе проводятся беседы с подростками в рамках классных часов. В школы выезжают непосредственно руководители структурных подразделений управления МВД для проведения разъяснительной работы с учащимися. Также организуем выезды в образовательные учреждения среднего профессионального образования для проведения профилактических бесед. Непосредственно на местах проведения мероприятий у нас сотрудники проводят также профилактические беседы, то есть объясняют молодым людям, что нужно вести себя подобающе, не нужно нарушать общественный порядок. То есть весь комплекс профилактических мер нами реализуется. А расскажите, вот люди забывают, ведь свойственно забывать, терять что-то или оставлять без присмотра, на что нужно здесь обратить внимание? Ну, в первую очередь гражданам, которые обнаружили какой-либо предмет, сумку, рюкзак, просто коробку, да, нужно быть бдительными и ответственными в данной ситуации и обратиться к ближайшему сотруднику полиции, который находится в данном месте, ну, в месте проведения праздника. Дальше сотрудник полиции уже организует конкретные мероприятия по ограждению, допустим, территории, да. Вот. В случае же, если сотрудников полиции рядом не оказалось, то об этом можно сообщить дежурную часть по телефонам 02-102-421-26. Вот. Ну и, соответственно, не подходить к этому предмету, сумке, рюкзаку, не проверять, что там. Вот. Данные действия необходимы для антитеррористической защищенности и безопасности граждан. То есть граждане должны быть ответственными и понимать, что нельзя совершать какие-то действия в целях безопасности, в первую очередь себя. А вот что касается по линии ГИБДД, какие самые частые нарушения среди жителей во время массовых мероприятий? Что стоит знать, что стоит проверить, если вы на машине отправляетесь на какой-то массовый праздник, на какое-то массовое вот соревнование, в частности? Что обязательно нужно знать и помнить? Ну, в первую очередь, это нарушение перевозки пассажиров, потому что и детей, бывает, перевозят не в соответствии с правилами дорожного движения. Ну и опять же, езда в нетрезвом виде. Праздники, они же и подразумевают, что люди отдыхают, расслабляются, но потом как-то забывают, что они являются изначально водителями транспортных средств. Мы пресекаем, как можем, мы пресекаем данные факты, чтобы более тяжких последствий потом не возникло. Часто попадаются на таких нарушениях жители города? Ну, периодически есть такие факты. Проводим профилактические беседы, ну, изначально с участниками дорожного движения. Ну, а уж если человек уже вступил, как говорится, на тропу, то пресекаем данные правонарушения, чтобы более тяжких последствий не наступило. Какие сейчас наказания предусмотрены за езду в нетрезвом состоянии? Ну, если водитель первый раз подвергается административному наказанию, то здесь идет лишение специального права от 1,5 до 2 лет с наложением административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. А второй раз, если человек попадается, тогда уже у него деяния расцениваются как уголовно наказуемые. А водителей снегоходов это касается или нет? Да, это тоже участники дорожного движения. То же самое, те же самые санкции. То есть следует на мероприятие трезвым, без спиртных напитков, чтобы у всех были ремни безопасности. Да, и для участников дорожного движения транспортных средств это перевозка, опять же повторюсь, пассажиров, чтобы без нарушений было. Все документы соответствующие, чтобы были. Ну и, соответственно, состояние должно быть удовлетворительное. Не усталое, не в, ну, в трезвом виде. Для участников, для водителей снегоходов, у них идет как бы ограниченное право, но управление транспортным средством также соответствующее, чтобы документы были, ну и состояние то же самое было. И средства экипировки, чтобы у них тоже были, средства индивидуальной защиты тоже были. Это мотошлем, ну и средства защиты.
А сотрудники ГИБДД будут работать на, непосредственно вот на месте проведения и на всей дороге, и до какого часа? Ну, на всей вот этой дороге, которая ведет к гонкам. У нас предусмотрено именно в течение дежурных суток, ну, дополнительные наряды. Мы будем осуществлять охрану общественного порядка полностью в эти все праздничные дни. То есть и днем, и ночью. Вот стоит обратить внимание жителям на то, что там дорога достаточно сложная, там же получается мост, одностороннее движение, как-то... Да, здесь тоже хотелось бы обратить внимание участников дорожного движения на соблюдение правил дорожного движения. Опять же, я уже говорил, чтобы при выборе остановки, стоянки транспортных средств, чтобы было выбрано таким образом, чтобы не создавали препятствий и помех для других участников движения. А что бы вы пожелали жителям города, чтобы праздники, концерты, Бурандеи прошли нормально, чтобы все это было безопасно, чтобы вы пожелали, что нужно сделать? Я бы пожелал гражданам вести себя ответственно, вот, чтобы они понимали, что праздник проводится не конкретно индивидуально для них, а для всех жителей округа, и не стоит омрачать праздничное настроение участвующим гражданам в празднике, а также себе, потому что, ну, если человек, гражданин, придет, опять же таки, нарушит общественные правила общественной безопасности, то праздник будет у него, в первую очередь, омрачен. Вот. И, соответственно, если где-то будет это касаться прав граждан, то также наши жители округа будут не очень довольны порядком проведения праздника. Поэтому хотелось бы пожелать, чтобы граждане у нас были ответственны в этом направлении. По линии ГИБДД? По линии ГИБДД не нарушать правила дорожного движения, быть дисциплинированными, учитывать погодные, метеорологические условия. Ну и самое главное, не садиться ни в коем случае за руль в нетрезвом виде. Это самое главное пожелание. Спасибо большое, что вы нашли время, пришли к нам. Я надеюсь, что праздники пройдут, эти выходные пройдут спокойно. И все будет хорошо. Я напоминаю, что мы говорили о безопасности на городских улицах и дорогах с начальником отделения Организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами государственной власти МВД России по Ненецкому округу Антоном Чембулатовым и командиром взвода ДПС ГИБДД МВД России по Ненецкому округу Алексеем Малеевым. До свидания, до встречи в эфире.